Будет нам чем порадовать наших муравлян. Естественно, будет снова устроена горка большая, живая елка, очень высокая. Сейчас мы уже подобрали ее. И сейчас решаем, как привезти ее, потому что она действительно большая будет, 16-метровая. И этот год он необычный. Вся наша область вошла и стала столицей, новогодней столицей России. Поэтому, естественно, для Мурома тоже это очень хороший повод показать себя гостям, туристам, которых будет необычно много в этом году. И мы постараемся сделать так, чтобы новогодние праздники запомнились своей необычной праздничной атмосферой.